Проблемы в области спорта требуют совместных решений. Круглый стол перемены «Доступный спорт для каждого» прошел в рамках серии встреч по обсуждению инициатив для включения в народную программу «Подмосковье. Территория перемен». Финансирование турниров, наличие помещений, хорошие экипировки – основные вопросы, которые озвучили на встрече. Своей просьбой поделился руководитель шахматного клуба. В декабре 2021 года спортсмены поедут на командные соревнования. Я прошу, обычно в декабре денег не остается для шахмат, поэтому прошу забронировать там 1100 для команды. В принципе, все вопросы решаемые, да, то, что касаемо там переездов. И строительство, конечно, это вопросы непростые, они требуют времени. А все остальные, текущие по проведению соревнований, по финансированию, по командированию, то есть мы эти вопросы, я думаю, вот даже решим. Внимание уделили составлению заявок на распределение бюджета. Руководители спортивных секций призвали заранее готовить документы для поддержки со стороны администрации. Мы каждый год делаем единый календарь. Мы вот из вас клещами вытаскиваем те соревнования, которые вам жизненно необходимо провести. Ответственно отнеситесь к этому, потому что мы должны календарь утверждать уже в этом году, а не как у нас получается, что мы уже год начали, а календарь утверждается чуть ли не в марте месяце. Еще одной темой для обсуждения стал Всероссийский день физкультурника. В Люберцах 14 августа организуют масштабный праздник. Это массовые соревнования по стритболу, настольному теннису, шахматам и другим видам спорта. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.